Tá na aí, que é isso? Deixa eu você tá cavalo. E o Artyom? Которая рука выпрямлена, травмирующую руку соперника. Получается та же техника, что заключительно в 12 формах. Только там ребром у нас идет. А здесь также захватываем, только мы пробиваем по сопернику. Захватываем ручку и уже делаем болевой. Я, то есть получается, смотри, идет атака. Раз мы защитили, захватили и одновременно атаковали. Атаковали, потом эту руку у нее чуть отпустили, сразу сюда ударили. Пошла вторая рука. Я атаковал сюда, он внимание туда, я еще раз сюда. Ничего. А ты в голову уже вечер в грудь обиеку идешь. Да. Мы передней рукой защищаемся. Есть захват. Ну что, поняли? Что делать? А что получается? Да, ты можешь это. Тяну его в голову бить. Когда туда ударил, маленько опусти вниз, чтобы тебе уже отсюда было удобно бить. Потому что она будет сюда, тебе неудобно бить. Там другое что-то надо бить. А ты раз защитил, то есть раз. То есть ты старайся все равно чуть ближе к себе в тело потянуть. Да, бейте просто. Сначала по активу.